нашел новые разноцветные лестницы в Майнкрафте. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новые лестницы в Майнкрафте. Они у нас разных цветов. Все цвета радуги здесь представлены. И вот такие разные интересные персонажи. Давайте на них посмотрим. Здесь есть, например, добрая Венсдей, Соник, всякие радужные друзья, даже Туалет Джимен и Дим Димыч, миньоны и прочее. Ну что ж, давайте начинать. Я предлагаю из тех них выбрать какую-то лестницу, по которой мы сейчас отправимся. И, наверное, это будет зеленая лестница, где человек за окном и Дим Димыч. Ну что ж, погнали наверх. Ого, это туалет, вертолет. У него башка крутится, смотрите. Сверху пропеллер настоящий. Давайте-ка его победим. На, получай. Так, здесь прохода у нас нет. Придется сверху обходить и драться с каждым из этих монстриков. Получайте. Они поймали доброго миньона в ловушку. А ну быстро его освобождайте, признавайтесь, как его спасти? Это что там такое крутится? Скибиди головы какие-то. Ладно, сейчас справимся сперва с этими испытаниями, потом пройдем дальше, там, кажется, меня ждет Джимен. Окей, так, нам нужно пробраться вот сюда и спасти доброго миньона, его поймали в ловушку. Абсолютно ни за что, он что им плохого сделал? Привет, миньончик. Да, привет, зомбак, вытащи меня. Да, постараюсь, давай-ка я тебя отсюда вытащу, конечно же. Так, все, никуда не убегай, хорошо? Стой здесь. Смотрите, дверь у нас заперта замком, но здесь предлагает взять лук. У меня есть лук и... А, я понял, что надо сделать. Надо просто зажечь вот эти все фонари. С этой стороны ничего нету, значит, нам надо просто с этой стороны попасть. Так, попробуем, ребята, это все поподжигать. Отлично, и что мне дадут? Мне должны были дать какой-нибудь ключик. Так, возможно, он выпал сюда. Да, отлично, друзья, я нашел себе ключ. Теперь мы можем его использовать и открыть эту дверьку. Давай, миньончик, я пойду дальше проходить испытания. Ух, ребята, это что такое? Ты что за многоголовый скибиди-монстр, а? Это что за вообще жук такой странный, непонятный? Его надо... Как-то победить? Стой, не надо. Ух, мы с ним справились. Довольно было легко, я думал, будет посложнее. Так, окей, тогда пойдем сюда. Ну чё, Джимен, как жить, как поживаешь, дружище? На тебе, сейчас мы возьмем меч и вот так вот ему пару ударов. Все? Джимен был такой легкий, я думал, он будет намного посложнее. Так, ну, возможно, кто-то из радужных друзей будет сильней. Так, иди сюда, синий, подошел ко мне. Друзья, мне очень нужна ваша поддержка лайком. Давайте поставьте, и мы справимся с каждым из этих монстров. Вместе мы точно сильнее. Потому что, как вы видите, монстров тут действительно большое количество. Пока я с ним с каждым справлюсь, проходит много времени. Так, ты сиреноголовый, давай-ка мы тебя победим. Это у нас трубоголовый был. Я, кстати, нашел Дим Димыча, наконец-то. Давайте откопаем здесь все. Привет, Дим Димыч. Да, здорово, зомбак! Фе, ты чё, пришел за мной? Конечно, не мог же я тебя одного оставить в этой ловушке. Давайте Дим Димыча спасем. Все, ребят, он полностью спасен, монстры ему не грозят. Но идти им со мной дальше на следующее испытание не нужно, потому что там у нас ждут, ну, как вы знаете, новые страшные монстры. Так что тебе лучше остаться здесь или пойти вон туда к миньончику, хорошо? Так, что у нас в эндер-сундуке? Ух ты, возьмем это зелье на всякий случай, мало ли оно мне пригодится. Так, здравствуйте, давайте-ка попробуем с вами сразиться. Так, эй, спикервумен, ну сразу надо на меня нападать, да? А ну-ка, быстро отошла от меня, как отсюда выбраться? Я в ловушке со спикервумен вместе. Так, отлично, мы с ней справились. Попробуем обойти со стороны, так мы нападем... Соответственно, сбоку. Ах, у него слишком много глаз. Он со всех сторон на меня наблюдает. Многоглазый. Так, ну ладно, с гримасом сейчас справимся. Перезарядим пушку, пойдем. Отлично. В атаку, значит, напрямую. Раз ты все равно смотришь со всех сторон многоглазый, мы попробуем с тобой вот так справиться. Шикарно. С ним разобрались, но дальше пройти мы пока не можем, как видите. А там еще ведь новые испытания. Смотрите, человек за окном меня ждет. Так, сундук, меч. Мне предлагают взять меч. Меч у меня есть. А, скорее всего, это подсказка. Потому что мечом можно сломать вот эту паутину. Возможно, где-то в этой паутине спрятан какой-нибудь рычаг. Давайте сюда спустимся. Да уйди, нет, я застрял. Так, отлично, где-то здесь. Да, смотрите-ка, я нашел какой-то паутинный проход.
И что у нас здесь? Тут еще проходик, там лестница. Возможно, она нас куда-нибудь приведет. Так, посмотрим. Я прошел просто на следующее испытание. Шикарно. Так, вот только здесь у нас адский туалет был, которого мы одним ударом сделали. Я предлагаю здесь все-таки написать точку возрождения, потому что здесь внизу лава и шипы, и падать вниз вообще нежелательно. Будем аккуратно здесь прыгать, проходить. Ой, я чуть не упал. Так, Дейзи, давай-ка. В смысле, я тебя просто скинул на следующую? Так, отлично, пропрыгиваем. Проходим дальше. Нам нужно скинуть вот этих монстров, сиреноголового человека за окном. Попробуем сейчас к ним подняться сперва. Главное не свалиться вниз самому, потому что будет обидно с самого начала все проходить. Тихо! Фух, я упал на предыдущую ступеньку, но, к счастью для себя, весь паркур мне проходить заново не надо. Я не упал в самый низ. Так, мы почти прошли, сиреноголовый упал и просто сразу самоуничтожился. Ну а мы справились с испытанием. Ну слушайте, вы знаете, насколько я нуб в паркуре, да? И для меня пройти это с первого раза, это очень круто. Отлично, мы справились, друзья. У меня заканчиваются патроны, надо перезаряжать пушечку, успевать, потому что испытаний у нас действительно много, они довольно страшные. Например, вон там радужные друзья меня ждут. Так, с голубой радужный друг. Вы что, Соника поймали? Да что он вам сделал? И тут еще маленькая этого Woman Baby. Да как вы посмели поймать моих добрых героев? Хватит их в ловушку сажать. Так, ты красный радужный друг. Ты сейчас у меня тоже получишь. На тебе. Отлично. А в сундуке у нас ничего, да? Да, пустые сундуки, друзья. Но мы можем мечом сломать эту паутину и спасти персонажей. Привет, Тэва Вумен. Да, привет. Ты меня спас. Ну да, конечно. Я же ради вас всех сюда пришел. Соника тоже идем быстрее спасаем. Так, сломаем тут всю паутину. Привет, Соник. Да, здорово. Ой, классно. А миньона не спасал? Да, миньонов я уже тоже спас. И миньоны Дим Димыча, и тебя, и Тэва Вумен. Это очень круто, что мы вас нашли. Ладно, а вы не знаете, как дальше пройти? Смотрите, здесь у нас стекло, а по краям у нас вот такие две железные двери. Но мне как-то их открыть надо, смотрите. Сундуки я уже проверил, и в сундуках ничего не было. Возможно, кто-то из вас догадается, ребята. Так, смотрите. А, подождите-ка. Вот здесь, что это такое? Это же нажимная плита. Я ее даже сразу и не заметил. Мы можем ей воспользоваться. Только нужно сломать вот здесь рельсу. Алмазные рельсы, ничего себе. Прикольно, конечно, на них можно реально быстро кататься, наверное. Открываем дверку. Блин, вернуться обратно я уже точно не смогу. Поэтому, друзья, я надеюсь, вы сами там до дома доберетесь. Так, берем вот эту пушку и идем дальше. Иди сюда, это что за луна-головастик? Смотрите, какая страшилина. Вы знаете, кто это такой? Напишите в комментариях, откуда он. Он очень страшный, я его в первый раз вижу. Так, проходим сюда. Здесь надо пройти снизу, аккуратненько отталкивая вот этих аниматроников, которые могут мне помешать. И вылезаем к ним. Давай на Рокси и Монти, получайте. Сейчас я с вами тут быстренько справлюсь. Слушайте, с двумя сразу драться сложнее, потому что они, ну, с двух сторон меня могут нападать. Надо их успевать откидывать. Отлично. Проходим дальше. Я, наверное, возьму вот эту пушку. Так, еще три аниматроника. Солнце, Чика и Ванесса. Да, я думаю, что мы с вами справимся. Надеюсь на это, по крайней мере. Так, отлично. Ванесса, получай, иди сюда. Сейчас я с вами тут справлюсь. Мне надо перезарядить эту пушку и пойти просто солнцу надавать. Отлично. Проходим еще разочек прям под землей, под этим. Ух ты, это что за... Смотрите, это Стив, только девушка какая-то. Давайте-ка мы ее вытащим отсюда. Ой, как пройти? Здравствуйте, девушка Стив. Да, привет, ты прошел все испытания, молодец. Кстати, спасибо, что спас меня. Да не за что, конечно. Ух ты, это моя награда, радужные алмазы. Круто, я буду очень рад. Ну что ж, ладно, давайте, удачи вам. Погнали в этот портал. Возвращаемся, друзья мои, обратно по зеленой лестнице. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно поддержите меня лайком и подпиской на канал. С вами был Зомбак, и до новых встреч. Всем пока-пока.